Следующий лот это будет легендарный танк. Просто чекайте, легендарный танк нужен. Да. Ура, ребятки, наконец-то. Мне падает легендарный конг. Ребятушки, всем здорова, с вами Артемин, и это аккаунт Донатер777. Ребята, кто забыл или кто не знал, Донатер777 это аккаунт, на котором я чисто открываю сундучки и не играю, ребята, в боях, пока не выиграю все танки и не прокачаю их на 15 уровень. За два выпуска предыдущих роликов Донатера777, ребята, я выиграл вот эти вот все танчики, которые у меня есть. Последний раз я, по-моему, выиграл Гэтлина и Арахнида, первый мой эпик был. У меня также, ребята, не выбитыми остались Стингер, Скорпион легендарный, Шифт эпический и, конечно же, легендарный Конг, он у меня тоже до сих пор остался невыбитый. И сегодня в этом ролике я снова попытаю удачу, я снова вместе с вами открою сундучки и посмотрим, может быть, сегодня мне выпадет наконец-то какой-нибудь хотя бы один легендарный танчик. Но открывать мы будем с вами эпические кейсики, поэтому обязательно прямо сейчас поставь лайкос, если ты еще не поставил на этот видосик. И подписывайся, братишка, на мой канал, я буду продолжать делать для тебя новые крутые ролики. Ну а мы начинаем, ребята. Так, ребятки, у нас первый эпический сундучок в этом ролике. Погнали, что здесь у нас? 300 монеток, 6 гемасиков, 80 деталек на Джокера, 40 на Спарки. Так, идем дальше, 40 на Тауэрчика, 40 на Феникса. Так. О, ребята, редкий... Ой, это обычный, ребята, обычный усилитель, аптечка на... Титана, и что же у нас здесь, по-моему, новый танк, ребята, смотрим, да, новый танк с первого сундука, ребята, это Стингер, вау, ху-ху. Ребята, новый танчик, сразу с первого же эпического сундука мы выиграли с вами вместе Стингера, теперь это, короче, крутая Катюша тоже есть у меня на аккаунте, отлично, ребята, просто супер, продолжаем вместе с вами открывать дальше все кейсики. Второй, ребята, второй эпический сундучок. Открываем, погнали, что здесь у нас будет? Монетки. Так, один гемасик. Как много, как щедро. О, сразу, ребята, сразу 120 карт на Стингера, который мне только что выпадал в прошлом сундуке. Так, 40 на Спарки, 40 на Мортика. Ребята, обычный усилитель... Не, это редкий. Редкий усилитель на... Нет, подождите, это ж обычный. Да, это обычный усилитель на... Арахнида, что-то я путался стал. По-моему, ребята, сейчас снова будет танк. Ну-ка, чекаем, что же у нас тут? Да ладно! Ху-ху-ху-ху! Второй сундук подряд, ребята, второй из двух кейсов мне выпадает эпический танк Shift. Да ладно, я просто в шоке, что-то Hills of Steel сегодня расщедрились, супер плюс. Разработчики сегодня расщедрились и решили мне подарить сразу два танка из двух эпических кейсов. Это даже не легендарные, ребята, кейсы. Ну я рад, я очень рад, что мне выпал Shift. Это ж, ну, очень на самом деле тоже крутой танк со своей вот этой фишечкой. Круто, ребята, просто мега круто выпал Shift со второго сундука. И, кстати, давайте глянем. У меня, получается, осталось просто два легендарных танка, которых мне осталось выбить. Мне остался Скорпиончик и Конг, все. Как только я выбью два эти танка, мой аккаунт будет уже полностью, так сказать, со всеми танками. Причем это аккаунт новичка, ребята. Ну что, тогда мы продолжаем открывать кейсики. Ребятушки, третий эпический кейсик, давайте его вместе с вами откроем, монеточки. Я удивлюсь, если мне сейчас выпадет легендарный танк, ладно, продолжаем. 40 деталек на Вале, 40 на Титана, 40, по 40 мне падает на Спарке, так, 40 на Тауэра. И если сейчас у меня не было усилителя, значит следующий будет усилитель. Танка нового не будет, ребята, я так понял, да, ребята, у меня вообще... 40 карт на Феникса выпало. Даже ни одного усилителя, ребята, с этого сундука не выпало. Очень странно, но мы продолжаем. Так, ребятушки, это у нас четвертый сундучок. Давайте его вместе с вами откроем. Будем открывать чуть быстрее, потому что хочется все-таки легендарные танчики получать. И нет, ребята. О, зато выпали карты на Арахнида эпического. Отлично, ребятки. Ну вот, собственно, что выпало из этого сундучка. А мы продолжаем. Так, ребятушки, следующий, пятый уже эпический сундук. Идем его открывать вместе с вами. Так, все, нам падают тут детальки. Дайте нам уже легендарный, ребята, танчик. Хочется, ну же, давайте легендарный танк. Нет, ребята, зато выпали впервые карты на Шифта. Отлично, вот такой был у нас пятый сундучок. Продолжаем. Так, это наш шестой по счету сундучок. Открываем его вместе с вами. О, 8 гемасиков, неплохо.
Так, продолжаем, продолжаем. Что здесь у нас будет? Легендарочка, падай нам уже легендарочка. Так, 40 карт на шифта, отлично. И... О, ребята, это новый усилитель. Тяжелый ствол мне выпал, кстати, впервые на этом аккаунте. На спарке мне выпал тяжелый ствол. Прикольно, отлично, мы продолжаем. Так, ребятушки, седьмой сундучок. Открываем, открываем. Что здесь у нас будет? 9 гемасиков. Это, кстати, пока что рекорд, сколько мне выпадало из эпического кейсика. 40 карт на Титана. О, 40 карт на Арахнида. Очень-очень даже неплохо. Еще раз 40 карт, но только уже на шифта. Так, и что у нас здесь? Ну, нет, это просто обычная солнечная батарея на шифта. Ну, хорошо, тогда идем дальше. Так, восьмой, следующий сундучок. Открываем, открываем. Ну-ка, гемасики. Так, нет, гемасиков не было. Вы что, мне гемасиков не дали в этом сундуке? Как же так? Ладно, продолжаем. 40 карт на шифта выпало. Это из эпиков. И обычный усилитель на вале. Здесь ничего особенного не было, поэтому идем дальше. Следующий, девятый сундук. Донатера 777. Открываем его, ребята. Два гемасика. Ой, как же много мне дали гемасиков в этот раз. Я просто в шоке. Так. У нас 40 карт на Тауэра, ну-ка, 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 40 карт на Арахнида. И последний, что у нас здесь? Ребята, просто редкая обычная антенна, усилитель на Морти. Выпало хорошо, мы тогда с вами будем продолжать. Так, и это у нас 10-й юбилейный уже эпический кейсик, который я открываю вместе с вами. И давайте, дайте уже наконец-то хоть первую легендарочку, сколько я уже открыл, ребята, этих эпических кейсов. Это просто жесть, ну-ка, 40 карт на шифта и давай же. Да нет, ребята, снова редкий усилитель на Титана выпал, к сожалению, тут легендарочки у нас не было. 11-й, ребята, уже эпический сундук, я открываю на ваших глазах просто, 9 гемасов, кстати, выпало больше 9, мне, по-моему, никогда не выпадало, так, так, давайте, что здесь у нас, 40 карт на шифта, как всегда, и снова, ребята, просто обычный усилитель на бак выпал, да что ж такое-то, дайте нам уже легендарочку. Уже 12-й эпический кейсик, ну давай же, дайте нам уже наконец-то легендарочку, ребята, как же сложно выиграть все-таки легендарку, вы смотрите просто на это. Так, 40 карт на Тауэра и опять обычный усилитель, но уже хотя бы на Скорпиона, ребята, я не могу выбить легендарку, капец как это сложно, 12 кейсов, из них в двух были танки и все 10 впустую, нету легендарок, хорошо, продолжаем. Так, эпический уже 13-й по счету сундучок, кстати, 7 предметов было, это достаточно много, смотрим, может быть здесь уже наконец-то будет легендарочка, давай, давай, супер плюс, пожалуйста, дай нам легендарочку, нет, снова редкая просто аптечка, но зато, кстати, на Конго, вы посмотрите, на Конго аптечка выпала, прикольно, хорошо, идем дальше. Так, это у нас уже 14-й по счету эпический сундучок. Ну, пожалуйста, пожалуйста, супер плюс. Когда же мне уже дадут легендарочку? Ну, сколько можно ее выбивать? Ну же, 40 карт на шифта и редкий усилитель на бака. Здесь легендарочки, к сожалению, тоже не было. Следующий, 16-й кейсик. Открываем вместе с вами. 80 карт на Морти, 40 на Феникса, 40 на Тауэрчика, 40 на шифта и редкий усилитель динамит. Выпадает на вале. Легендарочки тут, к сожалению, не было. Открываем 17-й эпический кейсик. Монетки у нас, гемасики у нас, 40 карт на вале. Продолжаем, давайте, давайте, уже что-нибудь давайте. 17-й сундук, ребята. Я хочу что-то выбить. Последний предмет, ну нет. Снова редкий усилитель, возникающий щит на Стингера нам выпал. Где же легендарочка-то? 18-й, ребята, 18-й сундучок я открываю для вас. Монетки, карты, карты нам падают на всякие разные танки. Уже даже нет смысла это комментировать, потому что мы хотим легендарочку. На шифта упало 40 карт. Выпал, ребята, обычный усилитель на Скорпиона. Скорее всего, следующий, ребята, следующий лот, это будет легендарный танк. Просто чекайте, легендарный танк нужен, нужен, нужен. Да, 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 ура, ребятки, наконец-то с 18-го эпического сундука мне падает легендарный Конг. Как же долго я открывал эти кейсики, как долго я хотел получить легендарочку. И вот она, наконец-то, ребята, наконец-то она мне выпала. С 18-го сундучка я уже отчаялся, думал, да когда же мне выпадет хоть какая-нибудь легендарка. И выпадает, кстати, самая крутая, на мой взгляд, легендарочка, это легендарный Конг, ребята, отлично, все, я рад, ролик просто удался, открытие сундуков отличное, но это еще не все, мы продолжаем.
19-й эпический сундучок. Давайте еще вторую мне легендарочку, разработчики, подкиньте здесь. Я буду вообще счастлив. Ну-кась, не, походу не будет легендарки. Ну-ка, смотрим, что здесь у нас. Не, ребята, это редкий усилитель на вале. Аптечка мне выпала, но прошлый сундук был просто бомбический. И это юбилейный 20-й сундук на ваших глазах я открываю, поэтому кто не поставил лайк еще до сих пор, поставьте, погнали, может быть здесь нам выпадет сразу вторая легендарочка, ну-кась, открываем 40 карт на Гэтлина, 40 на Феникса, давай! Нет, это 40 на Шифта, и последняя карта у нас, ребята, выпала эпический бронелист на Джокера. Кстати, круто, эпический усилитель, это, ну, сразу выбить, это очень круто, ребятки. Я, конечно, в шоке, ребята, у нас несколько новых танков, а точнее 3, если я не ошибаюсь, да, 3 новых танка. Первый танк за 20 открытия, 20 эпических сундуков. Первый у нас был Стингер, со второй попытки мы сразу с вами выбили Шифта, ребята. А потом просто 16 попыток впустую, и только на 16-й раз нам выпал легендарный Конг. Наконец-то, ребята, на аккаунт Донатер 777. Нам выпал первый легендарный танк, и это оказался еще и Конг. Ну, можно сказать, мой любимый танчик из легендарочек. И здесь, кстати, смотрите, есть сразу несколько эпических усилителей у меня на него. То есть я могу сразу просто без проблем поставить и играть. Ребята, вы просто гляньте, как это круто. У нас остался последний легендарный Скорпион, который еще не выбит на этом аккаунте. Ребята, напоминаю, что на этом аккаунте 0 боев. Лига новичка, здесь не пройдено ни одного боя, кроме обучения. И когда мы выбьем все танки, мы их прокачаем на 15 уровень, только тогда с вами, ребята, мы отправимся в бои. Кстати, ребятки, если сложить все абсолютно ролики, все попытки, сколько я открывал эпический кейс, прежде чем мне выпал первый легендарный танк, то получится, ребятки, что если мы прибавим 15 эпических сундуков в первом ролике, плюс 10 сундуков во втором, это уже 25, и плюс сейчас 18... Получается ровно 43 эпических кейса я открыл, и на 43-ю мне попытку первый легендарный танк Конг мне выпал. Посмотрим, сколько потребуется попыток, чтобы выбить второго и легендарного Скорпиона, и этот аккаунт будет полностью со всеми танчиками. Ребятки, поставьте лайкос, подпишитесь на канал. С вами был Артемен, всем до новых встреч, пока-пока.